Ну, дорогие друзья, почему у нас Алексей Сергеевич похож на Бонифация? Сейчас я объясню. Смотрите внимательно. Вот мы проходим. Аккуратно. Его место за. Да? Он сидит, ест. Такими вот котятами. Бориска. Сергей добрый. Ты такой. Борис, скажите, как не стыдно занимать дедушкино место? Вот сестры его, вон сестры сидят. А вот Алексей Сергеевич, Андрейший большой человек. Вот такие вот ребята, пироги. Вот так вот можно сказать, что дед у нас такой добродушный, хороший дядька. Привет. Еще раз показываю Бориску. Бориска, Бориска. Бориска, Бориска. Здравствуй, Бориска. Мамка его.